Если дать панике взять верх над собой, можно потерять контроль над ситуацией и помешать собственному спасению. Если же человек будет действовать, придерживаясь простых правил, то вероятность сохранить свою жизнь повышается. Если вы идете не один, с товарищем, с другом, то лучше иметь при себе элементарно обычную веревку. Но, опять же таки, при помощи своему другу-товарищу надо соблюдать тоже определенные меры безопасности. Опять же таки, не ходить, не подходить, надо лечь, ползком подползти, сделать петлю на веревке и кинуть уже пострадавшему, чтобы он обвязался, либо схватился за нее и уже вытаскивать его на берег. Если никого не оказалось рядом, то выбираться необходимо так, чтобы ваше тело занимало на льду максимальную площадь. Удобнее это делать спиной. А при наличии простого приспособления зацепа процесс становится проще и безопаснее. Перекатывающимися движениями необходимо вернуться по тому же пути, по которому вы пришли. В этом году случаев провалов подлет не было. Если смотреть статистику, то с каждым годом количество происшествий на льду оно уменьшается. Профилактические мероприятия проходят регулярно, что повышает осведомленность жителей Карелии о технике безопасности. Запрет выхода на лед действует уже в 7 районах республики, а также в Петрозаводске. С 1 апреля он вступит в силу в Пудыжском районе. Дарья Лопухина, Александр Борисов, служба новостей.